Далее о спорте. В эти выходные хоккейный клуб «Кулагер» встречал на своем льду лидера чемпионата «Столичный Номад». Старт для наших скакунов был не очень удачным. Во втором периоде соперники забили две шайбы. Чтобы сократить разрыв, подопечные «Билана» приложили максимум усилий. Ильгизу Нурееву удалось забить, а на последней минуте «Кулагер» устроил настоящий штурм у ворот соперника, однако безрезультатный. Все надежды болельщиков были на реванш. На следующий день «Кулагер» начал активно бороться и открыл счет, но «Номад» прибавил в скорости и отправил шайбу в ворота Андрея Янкова. Во втором периоде на льду стало еще жарче. Сначала скакуны застали противника врасплох, недолго думая, удар нанесли и кочевники. На перерыв ушли с равным счетом. Без заброшенных шайб прошли последняя треть и овертайм. Прояснила ситуацию только серия буллитов. Точнее, оказались столичные хоккеисты. 4-3 победы «Номада». Пока петропавловцы на четвертой строчке турнирной таблицы. Заключительные матчи чемпионата они проведут с «Алтаем Торпедо» 22 и 23 февраля в Усть-Каменогорске.